Всем привет, вы на канале Видосик, я Андрея, и мы продолжаем играть в игру Dark Riddle. Бежим. Прыгаем. Есть. Где сосед, ты не будешь нам плохо встречать невежливо, как помните в трех тех видео? Сегодня мы должны добыть 3 ключа. Ну, мы должны вот точно уже добыть их. Попасть в дом. Это будет бронзовый, серебряный и золотой ключ. Только чтобы нам добыть бронзовый ключ, нам нужно попасть туда. И потом, чтобы найти серебряный ключ, нужен бронзовый. А чтобы найти золотой ключ, нужен серебряный. Такая цепочка получается. Сосед, как твои дела? Чё ты нас невежливо встречаешь-то так? Бежим от него. Это злой сосед стал. Всё, до свидания, мистер сосед. Попасть в дом. Ладно. Так, он сейчас сюда побежит, да? Он сюда побежит же, так. Забираем. Давайте яблочки соберем. Ту-ту-ту, мы тут яблочки собираем. А как, кстати, заработать эти золотые яблоки? В игре их никак нельзя заработать, только за видео и за деньги настоящие, больше никак. Так. Яблочко, что ли, в тебя кинуть, сосед? Будешь яблочко кушать? Дать тебе? Или он бревно на. Бревно на. И бежим. Где ты? Бревнышком в тебя кинуть? Иди сюда, кину. Все. Тише. Отлично. Вот тут эта штука. Ну там написано, когда я все ее беру, открываю эту комнату, нажимаю на глобус. Там написано «Карта Вселенной открыта». А что за карта Вселенной такая? А? Я не понимаю, что это? И вообще, зачем она нам? Так, а нам куда надо? А, нам сюда надо. Там ключ. Ну что ты так плохо кидаешь? Давай. Ну кидай ты хорошо. Есть. Так. Написано, что в обновлении сосед может сюда и приходить на второй этаж. Ну, пока что его тут нету. В спальне пока для нас тоже ничего такого полезного нету. Ой, ой, о, не падаем. Фух. Не падаем, и мы не можем теперь этот светильник брать. Так. Давайте зарядное устройство возьмем. Так, а где яблоко мое? Вот. Они могут, кстати, нам пригодиться. Так чё, сосед? Давай возьмем бревно. Бежим. Но мы точно должны добыть уже эти 3 ключа. Бронзовый, серебряный, золотой, как я уже говорил. Сосед, сосед. Спокойно. Спокойно, мой хороший.
Спокойно. Да. Да, я понял, не надо нам подсказку. Ладно, смотрим. Так, открываем. Берем. Больше нам этот бронзовый не пригодится. Так. Как твои дела? Оглушайся там. Теперь серебряный надо в комнату, которая вот там вот. Сейчас я вот иду к ней. Идем сюда, поднимаемся. Вот. Опля. И тут у нас золотой ключ. Пошлите. Надо было тут дверку как. Вообще, как нам ее дверку эту? Так, давайте коробку. Сосед! Как твои дела? Иди сюда! Эй, ку-ку! Наконец-то увидел. Да, ну мы, видите, все ключи взяли. Отлично. Отлично. Все очень отлично. Бежим! Нам нужно бежать. А бежать куда? А бежать вот сюда давайте. Как побежим. Отлично. И опа. И смотрите, что тут. У нас инвентарь заполнен. Выкидываем такой ключ. Мы можем опле что сделать. И все, и золотой нам тоже не пригодится, наверное. Да? Теперь нам остается очень мало сделать. Нам просто нужно стрельнуть. У нас одно зарядное устройство. А стрельнуть нам нужно туда, чтоб в ту комнату с компьютерами, чтоб там взять телефон, на котором будет написан код от подвала. Давайте мы сейчас это сделаем, а вот в подвал мы проникнем в следующей серии. Мы проникнем в подвал, но потом мы будем исследовать уже в следующей серии. Так, у нас тут ничего нет, нечего в соседа кинуть. Давайте молоко. Ладно, бежим. Вот тут у нас есть яблочко вкусное. Вкусное, сочное яблочко, коробочка. Шо, как твои дела, сосед? Словил нас сосед. Прониклась в комнату с мониторами, так. Сосед выходит в ту комнату. Так, стул нам надо. Давайте его выбросим. Теперь вот пистолет вот сюда. Сосед пускай идет там на второй этаж. А код 4518. 4518. Давайте не будем рисковать. Вон он бежит уже. Беги. Сосед, вот тут я. Ку-ку. Сосед, ты где вообще? Куда ты не туда бежишь? Сосед, я тут, вот. Наконец-то увидел.
45-18 код. Четыре, пять, один, восемь. Отлично. Ну все. Вот, всем пока-пока. Вы были на канале Видосики от Андрея. В следующей серии мы уже будем находиться в подвале. Пока.